Сегодня у нас 1 октября. Вот после обеда приехали на Южный и решили тут прочистить, потому что все заросло. Вот Игнатий сейчас уже на коленке встал и лопатой, которую он оточил, сейчас срубает траву. Косу забыли взять с собой? Придется руками, да, лопатой. Смысл понятен. Да, понятен. Я тебя оставляю здесь, а сам пошел туда. Потом только топором нужен. Репей полностью. Вот сейчас покажу, как здесь вот. Давайте помолимся. Давай. Господи, слава тебе. Милосердный Создатель и Творец, зиждитель всего видимого и невидимого, тебе хвала. Прибуди с нами, дай сил сделать доброе дело во славу твоего святого имени. Аллилуйя, аминь. Аминь. Богу слава. Во веки слава. И вот бороду закрыть бы, репея сюда лезет, а репья-то много. Смотри, вот репей. Я покажу, как я делаю. Вот я сейчас туда дальше пойду. Вот тут видать, какой репей. Да, видать. И ничего нельзя сделать. Вот, сажусь. Так, это первый. Что-то сверху пишется, наверное, на меня. Пока. Ой, литовкой не возьмешь. Мы две косы загубили. Да. Стукнулся в него, как в деревяшку. Сломалась та и другая. Вот только начало. Смотри, как сразу уже проходить можно. Вот он какой стоит. Вот он еще один. Проходят, а пройти нельзя. Слушай, это белок. Уже сколько лежит. Там шарик наш скучает. Вот он. Как ветки от деревьев настоящие. Вот шарик, вот он сидит. Вот видишь, дорога есть. Но я сейчас пойду по той стороне. И там перед самым шлюзом много репья. Ты вот такой хотя бы дорожку пробей, где притопчи, где вырви, где подсеки. Я пошел. Все, с Богом. Тебя оставляю одного. Угу. Попадем трудиться. А то говорят, без все бездельничаешь, бездельничаешь. Ну вот, пойду трудиться. Слава Богу за все.